Всем привет! Продолжаем гулять по моему городу, городу Петербургу. Много у нас тут интересных домов, красивых. Доходный дом Елисеева, Фонтанка 64, архитекторы Барановский. Год постройки 1889-1890. Стиль эклектика. Я пользуюсь сайтом City Walls. Доходный дом Елисеева, Барановский Гавриил Васильевич, 1889-1890. После возвращения в Россию в 1893 году Григорий Григорьевич Елисеев возглавил семейное дело. В 1896 преобразовал семейную фирму в торговое товарищество братья Елисеевы. При нем дело достигло наибольшего размаха. В 1913 Елисеевым принадлежали кондитерская фабрика, 5 магазинов, 2 лавки в Апраксином дворе. Делалась торговля винами, фруктами, гастрономией, кондитерскими и табачными изделиями. В 1898-1914 Григорий Григорьевич гласный Петербургской городской думы. В 1910 возведен в потомственное дворянство. В 1914 уехал в Париж. Последние годы жизни в России внес большой вклад в дело выведения рысистых пород лошадей. Этот дом, Елисеевский доходный дом, был рассчитан на состоятельных съемщиков. Квартиры имели планировку удобную для быта больших семей. В доме был устроен лифт, один из первых лифтов Петербурга. При оформлении фасада здания Барановский отказался от использования традиционной для Петербурга штукатурки и применил облицованный цветной кирпич. И фасад очень эффектно смотрелся. На нем керамические декоративные детали хорошо сочетаются с кирпичной облицовкой. Дом с пышными наличниками и скульптурными деталями и старокотный фасад, которого оформлен в характере дворцов итальянского возрождения. В этом доме жил 1892 по 1894 год гражданский инженер Барановский. С 1906 по 1909 год военный деятель Брусилов. 1903-1911 архитектор Веревкин. 1898-1917 гражданский инженер Кеннель. 1895-1917 архитектор Марфельд. 1894-1896 гражданский инженер Гусев. В 1892 по 1896 год здесь жил гражданский инженер Машинский. С 1944 по 1960 артист балета Соловьев. В 2010 году на фасаде дома была установлена мемориальная доска. Здесь жил гражданский инженер Тиханов и гражданский инженер Тихомиров. Дом включен ГИОПом в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Доходный дом Елисеева. Ну вот так вкратце. Немного данных, конечно, но все то, что есть, зачитал вам. По дому 64 на Фонтанке. Все. Всем пока, всем привет. Пользовался сайтом City Walls. До свидания.